Да, здравствуйте, Ольга Сергеевна. Доброе утро, Ульяна Игоревна. Нам очень нужна ваша помощь. Но вы же знаете, я больше не работаю с... Да, но дело для нас очень личное. Я вам сейчас отправила на почту материалы. Речь идет об ожогах в виде символов. Да, сейчас открою. Ольга Сергеевна, представляете? Я же просил ее тебя не трогать. Я вам перезвоню. Алло? Алло? Ульян, мы же договаривались. Игорь, нет, Игорь, подожди. Игорь, пожалуйста. Я должна тебе кое-что показать. Иди сюда. Вот. Это фотография из вашего дела. Это убитой Людмилы... Кочергиной. Да. Вот, видишь символ? Клеймо, правильно? А это фото спины моей пациентки Нины. Тоже клеймо. Похоже, правда? Я думаю, что их сделал один и тот же человек. Ну, допустим. И что ты можешь сказать об убийце? А вот еще, смотри. Здесь изображен закрытый глаз. Это символ магических способностей. Я думаю, что этот человек, он увлекался оккультными ритуалами. Людмилу он убил, ритуал был завершен. А с Ниной ритуал был прерван. Может, им кто-то помешал? Значит, он захочет завершить ритуал. Мне пока не удалось расшифровать значение символов, которые убийца нанес на тела Людмилы и Нины. То есть можно считать это шифром? Да, безусловно. Мы имеем дело с черным шаманизмом, для которого характерно человеческое жертвоприношение. Действует фанатик. Он таким образом изъясняется с миром с помощью ритуалов, символов. Есть что-то еще? Ну да, безусловно. Если присмотреться, вот на теле Людмилы мы увидим, что символы напоминают ветви так называемого мирового дерева. Шаманы могут перемещаться из небесного мира в земной по дереву, из земного подземный, где они общаются с черными заянами. А это еще кто? Это магические кровожадные существа, которые питаются душами людей. А каким образом шаман выбирает своих жертв? Ольга Сергеевна, ну если бы я об этом знала, почему он выбрал именно Нину и Людмилу? Необходимо пообщаться с этой Ниной. Нет, нет, нет. И это невозможно, потому что у Нины сейчас очень нестабильное состояние. И ей нельзя волноваться, пока она все не вспомнит. А допрос может вызвать стресс. Ну, и у меня все. Ну и что нам теперь делать? У нас есть еще Молохов. Да, хорош черный шаман. Питается не душами, а преимущественно водкой. Ну, допросить его все равно надо. Надо, надо. А я на секунду. Алло, да, я слушаю. Что? Куда вы собрались? Александр! Подождите! А вы не слишком торопитесь? Извините, что я так говорю. Мне кажется, Нине еще рано посещать такие шумные мероприятия. Ульяна, я доктор. Я понимаю, что для моей жены хорошо, что плохо. К тому же это будет небольшой показ. Его устраивают наши общие знакомые. Ну... И не думаю, что запереть Нину дома было бы хорошей для нее терапией. Нина, а вы сами уверены, что вы хотите туда идти? Да, наверное, да.
Саша говорит, что там будут наши друзья. Вдруг я кого-то вспомню. Да, да, да. Только самые близкие. Так что не о чем беспокоиться. Я только хотела помочь. Но если вы пойдете с нами, мне будет спокойнее. Да? Хорошо. Пойдем. Да не убивал я ее. Был грех. Хотел этой заразе отомстить. Но не убивал. Один хороший человек меня отговорил. Какой хороший человек? Шаман. Настоящий шаман. Так, где-то я уже это слышал. Это он помог мне духов изгнать. Это ж они человека изнутри гложет. А я и сам не поверил. Пока не увидел, как он в животное обернулся. Шаман? Животным? Ягуаром. Настоящим. Глаза горят жуть. А как он выглядел, шаман? Ну, а как ягуар выглядит? Глаза, пасть. А где вы с ним познакомились? Да этого я не помню. Я пил пару дней, очнулся, не понимаю, где нахожусь. Как будто в каком-то погребе. А этот шаман руками все машет, передо мной что-то. На руке у него перстень был, большой такой. Там еще лапа с когтями нарисована. Да похитили мужа моего, вот и все. И кому же он был нужен? Например, любовнику, Людмилы Викторовны. У Людмилы был любовник? Я его сама видела, когда жила у них дома. Ждал ее с цветочками. Правда, лица его не разглядела. А Людмила вам ничего не рассказывала о своем любовнике? Нет, ну я ее у нее сама расспросила, мне ведь интересно. Ну, она отшутилась, попросила меня мужу своему ничего не рассказывать. Ну, понятное дело, кому такое понравится. А потом я этого мужичка еще раз видела, здесь, около дома. Людмила убедила меня уйти от мужа. Ну, я решила съехать к подруге. Пришла домой за вещами. Ну, Молохов разбушевался, конечно. Я за сумку и на улицу. Нарет на весь двор, мол, убью тебя и Людмилу эту. Молохов, кстати, ходил к ней в фонд, угрожал. Так вот, я бегу со всех ног, у края дома обернулась, вижу, к нему этот подлетает. Любовник Людмилы? Ну да, вроде он, я лица не рассмотрела, у меня близорукость, очки Молохов разбил. Откуда он там появился, Бог его знает. Схватил Серегу. Я испугалась. Ну, дёру. А сами вы как считаете, зачем все это нужно любовнику Людмилы? Понятия не имею. Саша? А, какой сюрприз. А я думала, что вы не выберетесь. Ниночка, прекрасно выглядишь. Рад. Очень рад. Мы тоже очень рады. А разрешите представить, это Ульяна. А это мои, наши с Ниночкой близкие друзья. Это Галина и Леонид Рауш. Организаторы этого мероприятия. Очень приятно познакомиться. Коллекция сделана по эскизам нашей дочери Алены. Да что вы? Это уже второй показ ее. А она сама здесь? Да, конечно. А вот и наши сокровища.
Аленочка, познакомься, это приятельница Павловых. Здравствуйте. Меня зовут Ульяна, я вас поздравляю, я под впечатлением от ваших работ. Олег, муж Алены. Приятно познакомиться. Проследи, чтобы Алена таблетки приняла. Алена пошла по стопам отца, Леонид тоже дизайнер. А, кстати, хотите, я проведу экскурсию вам? Да нет, ну что вы, я не посмею вас отвлекать от ваших гостей. Я сама все смотрю, спасибо. Ну, хорошо. Мама, отстань! Что скажете? Как вам работа? По-моему, талантливо. Но что-то вас смущает. Вы как будто не договариваете. Ну, мне кажется, они немного мрачные. У меня возникает какое-то гнетущее ощущение. Вот. Вы со мной не согласны? По-моему, автор как будто хочет сбежать или что-то потерял. А может быть, заблудился? Либо сам потерялся? Я очень много говорю, извините. А вы знакомы с автором? Очень интересно было услышать такое мнение. О, забыл представиться. Беркович Валентин Михайлович. Ульяна Синицына. Допустим, Людмилу убил шаман. Но при чем здесь Молохов? И вообще, зачем любовнику Людмилы похищать этого алкаша? А если любовник Людмилы есть тот самый шаман, удалось выяснить, кто он? Есть только фото с камер видеонаблюдения дома Кочергиных. Ну, практически ничего не видно. Да. Тогда надо трясти окружение Люды. Наверняка кто-то знал про этот роман. Мне тоже кажется, что работы Алены стали более энергичными, яркими. Ну, это только начало. Увидишь, Саша, у Аленки большое будущее. Извини. Не скучаете? Нет. Мне даже интересно. А кто такой Беркович? Уже успели познакомиться? Да. Друг семьи. Mm. Честно сказать, странный человек. Да, мне тоже так показалось. Эзотерика увлекается всякими разными практиками. Может, он сегодня здесь не случайно? В каком смысле? Александр... Нина? Да. Вы думаете, что Беркович? А где сейчас Нина? Где ваша жена? Извините. Нина? Ну,
качество плохое, здесь не видно, кто это. Это может быть случайный прохожий, дорогу у Люды спрашивает. Я не знаю, кто это. Лен, дай мне поговорить с Николаем Андреевичем, вдруг он знает что-то. Я сказала нет. Елена Николаевна, хорошо, что вы здесь. Состояние стабилизировалось, опасности нет. Но пока что-то прогнозировать сложно, поэтому важно провести ряд дополнительных обследований. Я очень рекомендую в самое ближайшее время сделать компьютерную томографию. Чем раньше мы получим данные, тем лучше. Давайте. Николай Андреевич, здравствуйте. Это я, Игорь Левин. Узнал. Ты чё пришел? Николай Андреевич, я расследую убийство Людмилы. И хотел задать вам несколько вопросов. Они неприятные, но я вынужден их задать. Я уж ничего хорошего не жду. Я покажу фотографию. Дай очки. Ну, и в чем суть вопроса? Вы не знаете, кто может быть рядом с Людмилой? Нет, понятия не имею. Николай Андреевич, вы не замечали в последнее время ничего странного в поведении Людмилы? Например? Зачем она могла встречаться с этим мужчиной? Да как у тебя язык? Мы с Людой жили душа в душу. Ты всех-то по себе не мери, если б не ты! Пошел вон отсюда, вон! Я же просила тебя! Бабушка, ты помнишь, что нельзя нервничать? Вот так. Вот так, все. Нина! 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 К чему такая паника? Вот ваша жена. В целости и сохранности. Мы за вас волновались. Благодарю за чрезвычайно интересную беседу. Где ты была? Там наверху балкон. Мы беседовали с Валентином Михайловичем. А о чем, простите? Я рассказала ему о своей амнезии, о кошмарах, о шрамах на спине. А зачем? Зачем? Как вообще об этом зашел разговор? Я не знаю, я не знаю. Это как само собой вышло. Я как будто бы была во сне. А может, под гипнозом? Зато я стала вспоминать кое-что. Не все. Отдельные моменты до того, как я пропала. По-моему, на сегодня достаточно впечатлений. Не пора ли домой? Согласен. Нина, пойдемте. Не смогу найти убийцу Людмилы, если вы будете что-то скрывать. Чего ты добиваешься своими расспросами? Еще одного приступа у отца? Я хочу найти убийцу. Ну так ищи! Я буду искать. Но мне нужно знать, с кем Люда встречалась. Этот человек появился около вашего дома. Он может быть опасен. Ты однажды уже появился в жизни нашей семьи. И чем это закончилось? Подвезем? Нет, спасибо. Я хочу пройтись. Поезжайте. Как скажете. До свидания. До встречи, Нина. Пойдем. Всего доброго, милая барышня. До встречи. А почему так рано уходите?
Да столько впечатлений. Было очень интересно, спасибо. Если вас заинтересовали работы моей дочери, вот, пожалуйста. Ой. Звоните в любое время. Благодарю. Мне очень было приятно с вами познакомиться. Взаимно. Всего доброго. Погодите. Помните меня? Я Митя. Привет. Конечно, помню. В общем, я слышал ваш разговор с мамой. Давайте посмотрю вашу фотку. Слушай, дружище, я боюсь, что ты ничем не сможешь помочь. Ну, я, может, и ничем. А Прога справится. Фотку покажите. Норм, сделаю. Чего так удивлена? Прога по принципу нейрости достраивает недостающие элементы на картинке. Что, знали? Все элементарно. Ссылайте фотки. Вы заблудились, Ульяна? Прости, пожалуйста. Что случилось? Ужасный сон. Что за кошмар тебе снился? Да... Перкович. Кто? Неизвестно, как Беркович причастен к нашему делу, но вокруг Нины он крутился, ну не просто так. Похоже, Беркович и есть тот самый шаман, о котором говорил Молохов. Да, судя по тому, что Ульяна Игоревна рассказала нам о беседе Берковича с Ниной Павловой, он владеет гипнозом. Это раз. Перстень с символом – это два. И информация от мужа Нины Павловой о всяких эзотерических практиках – это три. Да, и зачем ему понадобилось, чтобы Нина вспомнила свое прошлое? Непонятно. А вот это мы узнаем на допросе. А сейчас вперед, отработайте всех Берковичей в Москве и Московской области. Извините, пожалуйста. Да. Я могу попробовать узнать у Раушей адрес Берковича. Вот это попробуйте. Галина, я вчера на показе случайно услышала ваш разговор с Олегом. И мне послышалось, что Алена почему-то боится Берковича. А он такой экстравагантный мужчина. Я вчера с ним как раз на показе и познакомилась. Так, поаккуратнее там, парни. Да-да-да. Вы мне так бутик весь разнесете. Извините. Извините. Ну, за всем приходится судить самой. По поводу Берковича. Ну, человек он странный, неоднозначный. Mm-hmm. Мы 100 лет знакомы. В прошлом он этнограф, эпиграфист. Довольно известный, кстати. Mm-hmm. А несколько лет назад потерял семью и немного головой поехал. Ну что вы? Да, занялся эзотерическими практиками. Ну, такое часто бывает с людьми, кто пережил серьезную психологическую травму. Обращаются к этой области, потому что эзотерика отвечает на вопросы. Почему что-либо произошло? Ну да. Он так погрузился в тему, что чуть ли не настоящим шаманом себя считает. Да? Представляете? Но в нем и правда есть что-то такое. Моя дочь, пообщавшись с ним, становится сама не своя. Да что вы? А зачем же тогда вы его позвали на ее показ? Да не звала я его, это Леонид занимался приглашениями. А Берковичу, вероятно, скучно в его глуши. В глуши? Да. Ну да, переехал в какую-то заброшенную деревню под Рузой, кажется. Ой, извините, я на секунду. Да.
Да, это я. Здорово. Ну что, принес? Как договаривались. Молодец. Только я сначала хочу знать, что там у вас с мамой и дедом. В чем суть конфликта? Много будешь знать, скоро состаришься. Понятно. Можете состариться. Ну, прости, нехорошо получилось. Давай договоримся так. Когда все закончится, обязательно тебе расскажу. Если мама не будет против. Так она стопудово будет против. Твоя программа не могла ошибиться? Слушайте, это компьютер. Там все четко. Можете не сомневаться, это мужик с вашей фотки. А мы ведь с Игорьком еще со школы дружим. Да. Я дрищ, слабак, а Левин всегда такой крепыш, супермен. Он был моим кумиром. Если бы не он, я бы вообще на юрфак не поступил, честно. Левин вселил в меня уверенность. Он что, вообще про меня не рассказывал? Нет. Удивительно. А я вот до сих пор считаю Левина одним из самых главных людей в моей жизни. Скажите, а зачем вы меня сюда позвали? Откуда у вас мой номер? Хотел познакомиться поближе. А. Все-таки не могу понять, почему он сам про меня ничего не рассказал вам. А может, он скрывает от вас свое прошлое? А? Вам надо быть любознательней. А то вдруг выйдет, как с Егором, а? А вы это откуда? У меня есть одна ссылка на старую запись. Думаю, вам стоит посмотреть. Что ты здесь делаешь? Привет. А, твой друг пригласил меня на встречу. Друг? Можем это обсудить. Да. Конечно, мы обсудим. Только не здесь. Ты сам наденешь или помочь? Эй, в чем дело? Спокойно, Гоша. Пусть дяденька поиграет в полицейского. Воссоединение старых друзей. Накатывают слезы умиления. Слушай, Ленар. Что? Отвечайте на вопросы по существу. На этой фотографии вы с Людмилой Кочергиной незадолго до ее гибели. Зачем вы с ней встречались? Ишь ты. Как официально. Ну ладно. Громов, записывай. У Люды появились финансовые проблемы с фондом. Я об этом узнал и решил ей помочь. Подкинуть бабла. Бабло пишется через А, Громов. Хотел загладить вину прошлого. Устраивает. И почему раньше об этом не рассказали? Дружок, ну ты же меня не спрашивал. Людмила согласилась принять помощь? Не сразу. Пока бенилась немного. Но потом сдалась, поверила в мои благие намерения. В общем, я перевел на ее счет кругленькую сумму. У меня справка есть. Это ваша была инициатива, чтобы Людмила держала в тайне ваши встречи? Ну нет, конечно. Это было ее условие. Она боялась, что муж профессора узнает, не поймет. Тут я с ней в целом согласен. Что вы делали у дома Молоховых? Ну, ребята, об этом могли бы и сами догадаться. Я узнал, что этот алкаш угрожает Люде. Решил его проучить. Подкараулил, скрутил и отправил на реабилитацию к Берковичу. Вообще, я не верил в шаманов, во всякую такую чушь. Но Беркович — это нечто.
Он особенный. Настоящий мастер своего дела. А вы же в курсе, да? Он много путешествовал, собирал древние знания. Теперь он умеет погружать людей в транс и даже пробуждает их сознание. Откуда вы знаете Берковича? Ладно, хватит. Слишком много откровений на сегодня. А впрочем, мне есть кое-что добавить. У вас, товарищ майор, очень милая беременная жена. Или она еще не жена? Действительно, очень-очень славная. Почти такая же, какой была моя. Охуеть, я тебе голову отверну! Левин! Все. Убил, сволочь. Ничего. Посидит пару суток в СИЗО, по-другому запоет. Игорь, мы не можем его закрыть. Что? Недостаточно оснований. Да он же практически признался, то, что связано с убийством Людмилы. А Беркович тебе не основание? Знакомство Ленера с Берковичем не доказывает его причастность к убийству. Ну ты же понимаешь, что он с этим связан напрямую. Да, понимаю. Но доказать мы этого пока не можем. Ты провел задержание Ленера с нарушением. У тебя самого могут быть проблемы. Зачем ты встречалась с Вадимом? Я тебе вопрос задал. Так, замечательно. Проведите. Олеся, Вадим, с годовщиной вас. Пусть ваша семья будет счастлива много-много лет и подарит мне прекрасных внуков за вас. Спасибо. Спасибо, папа. За вас. Ура! Внуков? Ура! Очень-очень жду внуков. Вадим, слушай, подойди ко мне, помоги. Конечно, Николай Ильич, давайте я помогу. Откуда у тебя это видео? Его прислал Вадим. Зачем? Он сказал, я должна узнать кое-что новое о твоем прошлом. У тебя с ней что-то было? С чего ты взяла? Игорь, ты так на нее смотришь. Все в прошлом. Расскажи мне. Мы с Вадимом когда-то были самыми лучшими близкими друзьями. Но что-то вдруг случилось, и он превратился в какое-то чудовище. Жена профессора Кочергина была категорически против свадьбы Вадима и Олеси. И в какой-то момент она скоропостижно умерла от сердечного приступа. А через полгода Вадим и Олеся расписались. У меня закрались подозрения, что Вадим как-то причастен к смерти мамы Олеси. А почему ты стал его подозревать? Вадим, видимо, настолько гордился своим этим идеальным убийством, что однажды по пьяни меня намекнул на это. Я решил собрать доказательства. Стал часто приходить в дом к Чергиным. И
и влюбился в Олесю. Это оказалось взаимно. Мы стали часто встречаться втайне. Я ей рассказал о своих подозрениях. Но она была не готова к такой правде. И после того разговора я прекратил все отношения с Олесей. И больше никогда ее не видел. Ну, а потом Вадим ее убил. И почему ты думаешь, что он это сделал? На суде он признал свою вину. Ну, о причинах так и не рассказал. Я не знаю, что сейчас Вадим затевает, но я очень хочу, чтобы ты уехал из города на какое-то время. Ты думаешь, что мне угрожает опасность? Мы не можем рисковать. Я должен тебя защитить. Сынок, ты уже дорисовал свой рисунок? Можно я посмотрю? Молодец, сынок. Скажешь? Игорь, нам надо сделать паузу. Чего? Какую паузу? Прости. Мы должны расстаться на время. Ульян. Не трогай меня, я просто так больше не могу. Это все из-за меня. Если бы я в тебя не влюбилась, Егор не совершил бы все эти преступления. Это все из-за меня. Это все из-за меня. Тебе не в чем сомневаться. Не трогай меня, я не могу. Я каждый день об этом думаю. Каждый день и ночь. Чей это ребенок? Твой, Егор, я так больше не могу. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста, уходи, 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 пожалуйста. Где твой Левин? Ночью он ушел. Ночью? На работу вызвали? Нет, это я попросила.
Я не уверена, что хочу с кем-то сейчас жить вместе. Я должна подумать. Здрасте. И сколько ты собираешься думать? А ребенок? Его ты тоже попросишь не спешить? Давай, возвращай своего Левина и прекрати эти бессмысленные самокопания. Мам, я сама решу, что мне нужно, а что нет! Ты хочешь доказать всем, что ты сильная, что сама справишься с проблемами. Но это опасно. Когда-нибудь ты сорвешься, потому что человек не может держать в себе бесконечную боль. Ты сейчас обо мне или о себе? Ульяна, приветствую вас. Здравствуйте. Благодарю, что смогли приехать. Да я всегда рада за город выбраться. Правда, сегодня что-то с погодой. Ну да. То ли дождь, то ли снег. Как Нина? Ой, прекрасно. Вы знаете, она... Да? Да, она, можно сказать, она жила. Даже вот попросила меня фруктов ей привезти. Вы проходите. Нина, смотри, кто к нам пришел. Нина! Нина! Нина, ты где? Нина!